Всем привет! Меня зовут Ольга. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня на канале обзор раскраски, китайской раскраски, которая на AliExpress идет под названием «Старинный китайский рисунок». Всегда они дают какие-то немного странные названия. Ну да ладно, я всегда ориентируюсь по обложке, когда ищу. Что хочу сказать, у них есть несколько раскрасок вот такого же типа с какой-то девушкой на обложке, и видела я обзоры на них. Все они, в принципе, внутри рисунки однотипные, очень похожие. Поэтому, если вы купите одну из них, то, в общем-то, достаточно, потому что, ну, повторяется все. Они как бы разные, но один стиль и ничего нового. Вот идет обложка такая вот с карманом. Ну, опять вот этот вот тип раскраски с открытым корешком. В отличие от двух предыдущих китайских раскрасок, которые я показывала, это односторонняя, тоже прошитая она. Все иллюстрации из книги представлены в начале. Вот они. И в конце потом будут несколько иллюстраций, как примеры раскрашенных работ. Ну, вот, собственно, начинается. Бумага среднего качества. Ну, так как односторонние иллюстрации, то, в общем-то, можно и фломастер, и все что угодно использовать. Открывается опять же легко. Вот это вот мне нравится в их раскрасках китайских. Ну, красивые тоже иллюстрации. Вот эти все дамы. Вот это очень мне нравится. Красиво можно раскрасить. И это тоже гуляет бамбуки. Вот с кроликом девушка. Вот это очень красиво. Ну, вообще все тут, наверное, красивые. Не знаю, есть ли тут какая, чтобы мне прям тут не нравилось. Наверное, нету. Сейчас вот узнаем. Вот парень такой вот интересный. Тоже еще один. Буквально вчера я увидела еще одну китайскую раскраску, когда искала, чтобы оставить линк для видео. Ну вот, нашла. Ужасно мне захотелось ее купить. Скорее всего, куплю. У меня вообще была новогодняя резолюция, да, не покупать больше раскрасок, не только если очень-очень понравится. Ну вот с Нового года прошло сколько? 4 месяца? Еще даже не прошло, ну почти. И это уже будет вторая моя раскраска. Первую, знаете какая? Это Ведьмак. Кто-нибудь купил ее себе? Я совершенно случайно увидела обзор. Какой-то парень, он даже раскраской не занимается. Ничего, так случайно, наверное, купил и сделала обзор. Я случайно нашла. И мне понравились иллюстрации. Потом думаю, пока я приеду летом, даже еще не знаю, в каком месяце, вдруг не будет уже. У меня всегда такое, вдруг разберут. И заказала я своему брату, и он мне ее уже купил. Какая миленькая картинка с котиком. Так что вот Ведьмак у меня уже есть. Ну и вот эту вторую китайскую хочу. Да, и все. Ну, пока неплохо. Хотела я еще, у меня были планы на Фантаморфозы, новую эту книгу. Ну, как-то она меня разочаровала, поэтому не буду я ее покупать. Если у кого будет какой розыгрыш, если выиграть, ну тогда да. Но сама покупать нет.
Вот это вот красиво, но вот на мой вкус немного темноватые линии. Вот некоторые более легкие линии здесь, а в некоторых рисунках более такие темные. Вот видите, здесь совсем такие тонкие. Красивая тоже картинка. Ну вот, вот такой стиль не очень мне нравится, как лица рисуют. Вот, типа вот что это за нос и все такое. Ну, не то, что вот прям совсем не нравится. Просто в меньшей степени. Тоже еще ничего не раскрашивала в ней. Это вот из моих недавних, это, наверное, в январе. Нет, я заказывала в декабре, да, вот в январе только получила их. Это не считается, что я после Нового года купила. Ну вот, и здесь несколько готовых иллюстраций. Ну, честно говоря, они красивые, конечно, но вот не мою. Мрачноватые какие-то цвета для меня. Это вот. Ну, так интересно посмотреть, кто как представляет. Ну вот и все. Такая вот раскраска. Кто заинтересуется, ссылку оставлю в описании, как всегда. На сегодня все. Спасибо за просмотр. И до следующего раза. Пока!